Всех приветствую. Сегодня я хочу вам показать интересную флягу, на мой взгляд, от компании Rodco. Возможно, я неправильно произношу, поэтому вот, пожалуйста, логотип компании можно прочитать. Также здесь еще написано, что это Desert Cantina, пустынная фляга, и почему-то здесь нарисован ледник, либо навершие какой-то горы, которая покрыта снегом. Где логика, понятия не имею. Фляга выпускается, сами видите где, разрабатывалась она от компании Rodco, которая находится, насколько я понимаю, в Нью-Йорке. Ну, это не столь важно. Давайте, пожалуй, посмотрим на саму флягу. Написано производителем, что сюда помещается две кварты. Значит, что такое две кварты, я не знаю. Лично на моем опыте сюда влезла 1,5-литровая бутылка воды и еще примерно 0,5 литра. Может быть, чуть-чуть меньше, но не больше. То есть здесь примерно, ну, около 2 литров воды. Давайте теперь посмотрим на нее вблизи. Крышка. Крышка прилегает очень плотно. Утечки никакой не было обнаружено. Крышка надежная. Также имеется такое вот крепление, которое предотвращает нашу крышку от случайного теряния, либо где-нибудь ее забыть, уронить, укатилась. В общем, об этом можно не беспокоиться. Что еще интересного в этой фляге, кроме ее, конечно, внешнего вида? Она пластиковая. Запаха абсолютно от этой фляги никакого нету. То есть вода как была изначально, так она и останется. Никаких привкусов, никаких запахов мы не будем чувствовать. Покрытие фляги. Какая-то материя, она мне очень даже не понравилась. Почему? Она дико кашлатится. И на ощупь она не, ну, мне кажется, что она не долговечная. То есть, по идее, здесь должен быть какой-нибудь войлок. Ну, экономят на производстве, ставят какую-то тряпочку, которая предотвращает наш пластик от ударов, может быть, от царапин. От ударов навряд ли, конечно. Что еще в этой фляге мне понравилось? Понравилось то, что она, ребята, плоская. Ее очень удобно носить. Например, носил ее на плече и через плечо. Она абсолютно под мышкой, скажем, да? Абсолютно не надавливает, не выпирает. Очень удобно носить ее в положении через плечо. Я попозже сниму видео и вставлю сюда, как я ее носил. В общем, больше по дизайну этой фляги мне рассказывать нечего, кроме того, что этот дизайн был, ну, не украден, допустим, это реплика, назовем тогда, реплика от старых-старых флях. Возможно, вы когда-нибудь смотрели вестерны, и именно у ковбоев неоднократно, если вы видели вестерны, не замечали, там точно такие же фляги. Во всяком случае, я их видел. Итак, из преимуществ. Очень хорошая крышка, никакого протекания, удобное ношение. И я, если честно, думал, что 2 литра воды будет немножко надавливать на плечо. Нет, ничего такого не произошло. Теперь я вам скажу немножко о минусах. Фляга, конечно, прикольная, но минусы у нее есть. Первый минус, это, конечно же, это материя, которая не совсем качественная, и она кашлатится. Не знаю, у меня перегорела лампа, поэтому пользуюсь тем освещением, которое есть. Ага, заметно. Она кашлатится, и сухая трава, лучше не допускать того, чтобы эта материя попадала на сухую траву. Эти заусенцы потом будет очень тяжело доставать. Также, после первого похода, хотя вот видите, здесь вставка из пластика, которая двигается в разные стороны, она должна якобы предотвращать то, чтобы наш ремень не резало. Вот это вот жесть. Но это произошло. Я уже не помню, где это произошло, на какой стороне. Сейчас я попробую найти. Угу, вот оно. Я думаю, что освещение и камера не передаст того, что я лично сам вижу, но произошел надрыв, как бы так вывернуть, чтобы покатил. Произошел надрыв, то есть у меня съехал этот пластик, эта вставочка, и лямка попала на эту вот жестяную выемку. Для того, что это все дело трется, возможно, при долгом переходе, каком-то долгом походе, мы этот ремешок перетрем. Также еще из минусов. Ремешок здесь небольшой. Вот я вот отпустил
насколько смог. Ну, в объектив, ребят, не лазит, но я вам должен сказать. В принципе, потом на видео будет видно, я вам покажу, какой он длины. Если вы человек крупный, возможно, этот ремешок вам не подойдет. Потому что если вы накинете через плечо, а не на плечо, вам пробка упрется прямо в подмышку. В целом же я вам должен сказать, что фляга очень даже меня порадовала. Неожиданно оказалась удобной. И у меня единственное, что смущало, это 2 литра воды нести на плече. Думал, будет наминать немножко как-то плечо, оттягивать. Я прошел примерно, ну, около с полной фляга 4 километра. И примерно с полупустой фляга еще 4 километра. Никакого наминания она о себе не давала вообще знать, что она висит на плече. Очень даже удобно. Конечно, плоская фляга — это, ребята, вещь. Никогда бы не подумал. Сколько она мне стоила, но я не помню. Можете, еще раз вам покажу. Это лейбл, назову ее так. Прописать где-нибудь в гугле Desert Canteen ротку. И можете посмотреть цены. Я думаю, что эта фляга, ну, не очень дорогая. Возможно, она стоит какие-то копейки. Я покупал ее очень давно. Но только вот недавно мне пришлось ее использовать. В общем, такой кратенький обзорчик на дешевую флягу. Я не знаю, сколько она мне еще проживет. Посмотрим, насколько она качественная. В общем, для недолгих переходов брать эту флягу запросто можно. На этом все. Надеюсь, рассказал информативно. Может быть, кому-то было полезно. Пока, до новых встреч.